Да, вот тот самый причал современный. И то, что вы говорили, место, которое бы устроить вот это вот. А этого нету ничего. Это только пока эскизы, которые мы на правительстве доложили. Правительство одобрило это предложение, город, соответственно, тоже. И дальше работает. Несомненно, что-то слово центр с аквапарком. И вот уже на дали, что может появиться. Позволяет сформировать непрерывную линию набережных, связывающих три административных района города, в том числе исторический центр Хабаровска. Проектом предусмотрено формирование элементов планировочной структуры, квартал, микрорайон, общего пользования, а также внедрение инвестиционных проектных площадок для строительства объектов культурного, спортивного, общественного и делового значения. Тут другой мост предложен, но это как вариант, конечно, более современный, более изящный, но как для картинки, как говорится. Структурный проект предполагается, что часть городской территории расположена на острове Большой Усть-Лабинск. Вот здесь предлагается строительство. Самая заманиха, я считаю, что вот здесь должна быть международная. Сессионная горнолыжная трасса. Юрий Петрович Путник, я думаю, вполне может на эту идею, так сказать. Деловой и коммерческой активности, размещение гостиниц, парка, развлечений, а также природной зоны. В стране много городов с пойменными такими территориями, да, и, в общем-то, конечно, может быть, все мечтают, но международный контекст не у всех. Осуществляется путем сочетания градостроительных и ландшафтных решений по застройке прибрежных территорий, определения градостроительных акцентов городской застройки, строительства значимых для города объектов, таких как центр водных представлений с устройством цифры музыкального фонтана, детская парусная школа, детский образовательный центр, аквапарк, художественно-историческое центр, объекты гостиничного и ресторанного.